Ароматные манго заполонили рынок в индийском Бангалоре. Здесь проходит традиционный фестиваль. Фермеры со всего штата Карнатока привезли десятки сортов манго. Приходите на фестиваль манго. Здесь вы найдете много хороших фруктов. У фермеров нет цели продать как можно больше манго. Они просто хотят познакомиться со своей продукцией всех индийцев. Из-за пандемии фестиваля не было 2 года. Поклонники этих фруктов уже успели соскучиться по празднику. Я рад, что фестиваль вернулся. Здесь много сортов манго. Мы пробуем один за другим и не знаем, какой выбрать. Манго считается национальным фруктом Индии. Существует 300 его сортов. Индийцы едят манго сырым, а также обжаривают или консервируют. Его даже используют в медицинских целях. Например, останавливают им кровотечение. На Индию приходится 60% мирового производства манго. Один из самых дорогих сортов, Альфонсо, выращивают в штате Махараштра. Подписывайтесь на наш канал и смотрите мировые новости. Мы освещаем факты, а выводы делаете вы сами.